Доброе утро, дорогие друзья. Вера Каретникова, Глеб Давыдов в этой студии. И пришло время зарядки. Да-да-да, мы уже не одни. К нам присоединился фитнес-инструктор Анатолий Моисеев. Доброе утро. Анатолий. Расскажи, какую часть тела сегодня будем подвергать экзекуции утром? А мы сегодня будем тренировать все тело. Отлично. Мы согласны. Я держу в руках такую штуку, он вообще кого-то бить будет. Взять наш амортизатор. Кстати, иногда резиновую петлю или резиновый спантер называют амортизатор. Я недавно об этом узнал. Читаю статью и говорят, берем амортизатор, там написано. Я думаю, какой амортизатор? Думал, может быть, автомобильный. Да, автомобильный. Дальше смотрю на картинку, а там резиновый спандер. Поэтому, друзья, если услышите где-нибудь резиновый амортизатор, это значит, что, возможно, либо такая резиновая петля, либо с двумя ручками. И сегодня мы будем применять ее в зарядке. Первое упражнение у нас для плечевого сустава. Ничего сложного, мы просто его разогреваем для того, чтобы сделать более сложное упражнение. Берем нашу резиновую петлю и чуть-чуть разводим руки в стороны. Но не просто их разводим, а поднимаем над головой. Ведем назад медленно и опускаем. Никаких резких движений. И возвращаем обратно. В стороны. И еще разочек. Раз. Очень хорошо разогревает плечевой сустав. И если вы помните, в детском садике были гимнастические палки. И мы тоже в детстве делали, но у нас были более мобильные, подвижные суставы. И руки легко проходили. Да, мне теперь казалось, как теперь это мы так уже не вывернем. Да-да-да. Ну вот. Ты выворачиваешь, как, кто? Значит, наши зрители смогут. Я вот думал подойти к Толе попробовать, думаю, а вдруг не получится. Стыдно ж будет вообще, поэтому... А ты мне сказал, что пиджак мешает, так что все в порядке. Не пойду. Потом берем, одну ногу ставим во внутреннюю часть резиновой петли. И сверху берем двумя руками и тянем к подбородку. И поднимаем руки перед собой. Таким образом мы уже более серьезно нагружаем наши плечи. И обязательно дышим. Выдох. Выдох. Ну и не забываем сделать вдох. Получается такое комбинированное упражнение на плечи. Но это делаем после того, как мы разогрелись. Отлично. Потом надо немножко поработать на корпус. Становимся в разножку или в выпад. Чуть-чуть подседаем. Берем правой рукой за петлю и делаем скручивание. При этом поднимаем петлю вверх. Раз. Два. И подседаем. Здесь уже работает как все тело. Как ты это пританцовывая всегда делаешь. Ну, утром же надо настроение сдавать. Да-да. Обязательно поменяйте сторону. Просто прекрасно, Толик. Спасибо тебе большое. Да, наши телезрители все всегда, я думаю, внемлют твоим советом, запоминают, а кто-то, может, и записывает на всякий случай, чтобы ничего не забыть. Поэтому приходи к нам почаще и радуй нас своей замечательной зарядкой. Спасибо за зарядку. Да. Вам спасибо огромное.